19 апреля у жителей Западной Якутии пропала интернет-связь и цифровое телевидение из-за аварии. Она произошла на магистральном канале акционерного общества «Читатехэнерго» на труднодоступном участке между Алекминском и Ленском. Жители региона наблюдали ограничение скорости связи у абонентов мобильных операторов связи компании «Ростелеком» в Ленском, Мирницком, Алекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах. К середине дня 20 апреля все каналы связи полностью восстановили. Вот вчера в первой половине дня вообще проблемы начались в Якутске, да, там. А пока разбирались, стало понятно, что в Алекминске оборудование вышло из строя на внутрирегиональном магистральном канале, чекологонном канале связи. Где-то в районе, ну, после обеда это отразилось на Мирном, Ленск, Мирный, Якутск и еще несколько там районных центров остались без связи. Где-то вчера, где-то вечером, где-то уже в часов в 11 из Мирного выехала бригада в сторону Алекминска для замены оборудования. Они выехали, договорились, я так понимаю, ну, вчера они нам передавали, что если они договорятся с нефтяниками проехать по технологической трассе, то они с утра восстановят. Если они не сумеют договориться, то обещали сегодня к вечеру восстановить. Но, видимо, все-таки не договорились, поэтому с утра у них получилось сейчас, что к обеду восстановить связь.